Европейские страны отмечают негативное влияние коронавируса на развитие туризма и торговли в сообществе. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бреттон. Он отметил, что ЕС запускает процесс совместного мониторинга влияния ситуации с распространением нового вируса на экономику стран-членов Союза. Европейский чиновник сообщил, что туристы из Китая за 2 месяца с начала года аннулировали бронь на 2 миллиона ночей в отелях стран ЕС. И это очень большие цифры для отрасли. Есть необходимость координации на европейском уровне, воздействия ситуации с вирусом на экономические и промышленные вопросы. Некоторые страны ЕС выразили озабоченность насчет влияния эпидемии. Например, это уже достаточно сильно проявляется в сфере туризма. Есть и негативные последствия в некоторых цепочках поставок товаров, в частности, в автомобильной промышленности, здравоохранении, торговле электроникой и других секторах.